практически при рубящем движении кистью, оно будет вот в этой области. Да? То есть должен сложиться поворот корпуса, плеч, плечевого пояса, плечевого сустава, предплечья, и оно должно остановиться, чтобы сработала кисть. Где-то вот здесь вот. То есть я должен здесь подкинуть мяч, пускай даже здесь. Развернуться и рубящим движением где-то в этой области сработать его. Хорошо бы как бы в серединку попасть, даже нижнюю часть области, где больше вращения, просто хотя бы в серединку. На самом деле вращение получается очень такое сильное. То есть если дотронуться до мяча, крутящегося, то он конкретно уходит в сторону.